печальные итоги уходящего 2015-го подвела организация «Репортеры без границ». В этом году погибли 110 наших коллег-журналистов, 67 при выполнении профессионального долга. Одни не вернулись из горячих точек, а другие были убиты за то, что в своих материалах освещали темы, которые кому-то хотелось замолчать. Еще 43 журналиста погибли при невыясненных обстоятельствах. И хотя самыми опасными точками для представителей СМИ по-прежнему остаются Ирак и Сирия, где наши коллеги все чаще становятся жертвами ИГИЛ, группировки, запрещенной во многих странах, в том числе и в России, в печальный список вошла и Франция. В начале года в результате нападения на сатирический еженедельник «Шарли Эбдо» погибли 10 сотрудников издания.